Президентская программа – это масса возможностей. Каждый, кто приходит на президентскую программу, наверное, хочет чего-то своего. Важно, что он познакомится с властными структурами, увидит министров, сможет задать им какие-то вопросы. Вообще, президентская программа – это драйв. Каждый возьмет от нее то, что сможет. Кто-то придумывает проекты, их реализует. И это то, ради чего хочется учиться и ради чего стоит идти на программу. Придумывать, реализовывать, получать ресурсы и получать удовольствие от жизни. Делать добро, развивать свое предприятие, развивать регион. В общем, оказывать максимальную пользу, быть полезным другим и найти что-то новое для себя. Я признателен президентской программе за 3 бесценных дара – разумных учителей, креативных друзей и книги, которые мне удалось прочитать за время учебы. Выпускники президентской программы – это люди, которые умеют создавать федеральные компании, управлять регионом, создавать малый бизнес и помогать детскому дому. За 15 лет минимум 1500 реальных проектов, которые изменили жизнь. Для меня президентская программа в первую очередь изменила мое мировоззрение. Я понял, что здравоохранение – это точно такая же рыночная отрасль экономики, на которой распространяются все законы рынка. И применяя инструменты, которые мы изучали в течение этого года, уверен, что я смогу сделать наше медицинское учреждение лучше, конкурентоспособнее, наши пациенты станут здоровее от этого. А президентской программе, всем преподавателям, я хочу сказать огромное спасибо за этот неоценимый опыт. Немаловажную роль сыграло то, что у нас появилось большое количество друзей, и будем поддерживать друг друга и дальше. Я имею успешный бизнес благодаря обучению на президентской программе. И результатом моей жизнедеятельности и результатом работы на президентской программе стала отчасти вот эта книга. Спасибо президентской программе за открытие новых возможностей для меня и нового витка развития бизнеса. Президентская программа вообще уникальное явление. Я считаю, что мне крупно повезло. Вы приходите сюда со своим управляемым хаосом, так называемого жизненного и практического опыта, с бесценными крупицами ваших проб и ошибок. И здесь, с помощью преподавателей и очень опытных наставников, это все превращается в уникальный сплав. Вы получаете метод, который потрясающе хорошо работает в сегодняшних экономических условиях. Это очень похоже на магию, хотя на самом деле это является технологией, в действительности в самом лучшем своем проявлении. Президентская программа на сегодняшний день – это, вероятно, наиболее успешный и наиболее яркий, на мой взгляд, пример государственно-частного партнерства в области подготовки кадров для нашей экономики. Только выпускники прошлого года у нас, отработав на стажировке в странах Европейского Союза, в Соединенных Штатах, в Японии, по оценке западных экспертов, каждый евро, вложенный в организацию их стажировки и работы на конкретных фирмах и организации, принес принимающей стороне до 10 евро прибыли. Народная мудрость гласит, что с кем поведешься, того и наберешься. А президентская программа – это возможность нового окружения. Успех – это 50% окружения, которые, это люди, которые нас окружают, 40% – это наш характер и наша внутренняя мотивация к успеху, и 10% – это профессиональные навыки. Президентская программа дает 60% к успеху. На самом деле президентская программа – это путь к желаемым целям и колоссальным возможностям. Это возможность получить отличные знания, бизнес-связи, ну и, конечно же, провести незабываемую жизнь. 9 месяцев пролетит незаметно, но за это время вы сможете обрести уверенность в себе, подняться на новый уровень, ну и, конечно же, получить колоссальную поддержку ваших товарищей, новых коллег, знакомых, память на всю жизнь. Говоря о программе, я сравнил бы, наверное, ее с таким символическим окошечком. Окошечком в другой мир. Мир более красочный, более интересный, более насыщенный событиями. И оно дано каждому. Каждому, кто поступил. Каждый может к нему подойти, и каждый подходит. Но почему-то не каждый его открывает, и уж далеко не каждый заходит в этот другой мир. Не бойтесь подойти к этому окну, не бойтесь открыть его, не бойтесь зайти в другой мир. Президентская программа – это яркий пример частно-государственного партнерства, где 66% стоимости обучения специалистов оплачивает государство и 34% финансируется за счет собственных средств предприятий и организаций. Президентская программа – это еще яркий пример социальной ответственности бизнеса. Благодаря бизнес-школе у нас, начиная с самого зарождения президентской программы, реализуются проекты, такие как стратегические сессии, круглые столы, конференции. И, наверное, самый яркий проект для меня сейчас – это президенты в детском доме. Я желаю президентской программе и всем участникам президентской программы
процветания и благополучия. Мы можем говорить, что у нас в области хороший потенциал молодых менеджеров. Эти результаты, они дают действительно очень много, во-первых, и для них, это выстраивается определенная стратегия, а для руководителей, которые смотрят этих выпускников, они могут выбрать тех потенциальных будущих лидеров, которые нужны сегодня в любом коллективе. Думаю, что есть потенциал, который есть сегодня у молодого человека, он будет заметен. Поэтому всем желаю успехов, удачи и новых побед. Президентская программа – это бренд, не нуждающийся в рекламе. Это среда, объединяющая людей и дающая уникальную возможность получить знания, навыки, опыт, реализовать собственный проект. Для меня лично президентская программа – это рубеж, разделивший мою жизнь на две части – до и после. Что дает президентская программа? Дает массу открытий и новых возможностей. Прежде всего, конечно, знаний. Тех знаний, которые потом помогают преуспеть в бизнесе. Общение – тот контекст общения, который сохраняется и во время учебы, и на многие годы после. А еще президентская программа дает будущее. То будущее, которое остается с вами всегда и становится настоящим через несколько лет. Президентская программа – это то, что вдохновляет на развитие себя, когда горят глаза, когда делаешь свой бизнес лучше и, значит, делаешь лучше окружающий мир. 25 раз спасибо вам. Мы с вами друзья навеки. За это время совместными усилиями и высших учебных заведений Свердловской области и Уральского федерального университета наше министерство было подготовлено более 1700 специалистов в области управления. Это молодые специалисты, которые получили и образование в наших вузах. Часть из них, более трети, прошли стажировки за рубежом и получили в том числе и зарубежный опыт управления. Хочу пожелать президентской программе успехов и надеюсь, что президентская программа – большое будущее. Добрый день, друзья! Мне очень приятно вспомнить те моменты, когда мы вместе с вами постигали управление проектами. Желаю вам новых побед, новых интересных проектов. Каждый день был ценен встречей с вами. Спасибо. Хочу поздравить сотрудников и старожилов бизнес-школы Уральского федерального университета, ее друзей и выпускников. Бизнес-школа Уральского федерального университета вносит значимый вклад в развитие нашего региона. Ее выпускники трудятся во всех отраслях нашего региона и нашей страны. 25 слов – это ничтожно мало для того, чтобы рассказать о моем отношении к президентской программе. Но одно можно сказать с уверенностью. Те результаты, которых достигли я и моя компания, стали возможными благодаря тому, что я и моя команда прошли обучение на президентской программе. Мне очень нравится все, что здесь происходит, и я всегда буду продвигать и поддерживать президентскую программу. Президентская программа для меня – это открытая дверь в новую жизнь, к новым знаниям, к уникальному опыту, к новым проектам, к друзьям, партнерам и клиентам. Поздравляю весь коллектив президентской программы с юбилеем. Ваш труд бесценен. Желаю вам успехов, процветания и дальнейшего развития. Дорогая бизнес-школа, просвещай и процветай. Дорогая президентская программа, успехов и побед! Хочу сказать, что президентская программа – это круто. То есть те люди, которые ее заканчивают, мотивированы, они знают, они умеют, они эмоционально включаются в коллектив, и они дают очень классный и хороший эффект. Спасибо президентской программе. Более 20 лет мы занимаемся компетенциями и знаем, чтобы что-либо изменить к лучшему, человеку необходимо минимум 50 импульсов. Бизнес-школа Уральского федерального университета, как наши партнеры, это как раз те люди и тот контекст, где такие импульсы бьют огромным фонтаном. И уже 25 лет. Примите наши искренние поздравления из Гамбурга, ваш Шавкатжон Кахаров. Бизнес-школа помогла мне обрести новых друзей, новые связи, которые помогают мне в непосредственной деятельности. Президентская программа помогла мне улучшить существующий бизнес и открыть совершенно другой бизнес в другом направлении. Президентская программа, кроме большого количества новых, хороших знакомств и друзей, научила меня не бояться чего-то нового. В том числе мы научились делать кино. Спасибо президентской программе!